Законодательство о выборах предусматривает несколько категорий граждан, которые внесены в списки избирателей, но не могут прибыть на избирательный участок для голосования. Для данной категории избирателей участковая избирательная комиссия организовывает голосование по месту их пребывания. Это избиратели, которые по состоянию здоровья или инвалидности не могут прибыть на избирательный участок. Избиратели, находящиеся в день голосования в больницах, в местах содержания под стражей подозреваемых и обвиняемых. Избиратели, временно проживающие в местах, расположенных в отдаленных и труднодоступных районах на участках отгонного животноводства. Все они имеют право голосовать по месту своего пребывания. А также в исключительных случаях, по решению соответствующей избирательной комиссии, военнослужащие, несущие службу в день голосования в воинских частях, расположенных в обособленных, удаленных от населенных пунктов местах, сотрудники органов внутренних дел, несущие службу в день голосования, избиратели, работающие на предприятиях с непрерывным циклом работы, избиратели, работающие вахтовым методом и находящиеся под домашним арестом. Для того, чтобы проголосовать по месту пребывания, избиратель должен подать заявление в участковую избирательную комиссию, указав причину, по которой не может прибыть в помещение для голосования не позднее 3 календарных дней до дня голосования. Все заявления участковая избирательная комиссия регистрирует в специальном реестре. Участковая избирательная комиссия за 2 дня голосования на своем заседании жеребьевкой определяет не менее чем 2 членов участковой избирательной комиссии, которые будут организовывать голосование вне помещения для голосования совместно с оператором биометрической идентификации. Председатель и секретарь участковой избирательной комиссии в жеребьевке не участвуют. За 2 дня до дня голосования участковая избирательная комиссия на своем участке обязана вывесить реестр избирателей, подавших письменное заявление о предоставлении им возможности проголосовать вне помещения для голосования. Голосование вне помещения для голосования проводится только за 1 календарный день до дня голосования в период с 8 до 20 часов. Председатель предъявляет для осмотра всем присутствующим пустой ящик для голосования. Перед началом голосования в ящик необходимо опустить контрольный лист, подтверждающий, что именно этот ящик осматривался и что при осмотре он был пуст. Голосование вне помещения для голосования проводится в присутствии представителей политических партий, наблюдателей, представителей средств массовой информации. По прибытии к избирателю члены участковой избирательной комиссии совместно с оператором проводят идентификацию избирателя по его биометрическим и персональным данным, при этом соблюдая все санитарно-эпидемиологические нормы. После этого член участковой избирательной комиссии выдает ему избирательный бюллетень в обмен на чек. При выдаче избирательного бюллетеня член комиссии регистрирует избирателя в бумажном списке избирателей, проставляет серию и номер документа, удостоверяющего личность избирателя, и расписывается в нем о выдаче избирательного бюллетеня. Избиратель проверяет правильность произведенной записи и расписывается в бумажном списке избирателей. Бюллетень заполняется избирателем в специальном месте, где не допускается присутствие других лиц, но с возможностью контроля членами комиссии и наблюдателями за действиями голосующего. В случае, если избиратель вследствие ограниченности возможности здоровья или по состоянию здоровья не может самостоятельно расписаться в получении избирательных бюллетеней или заполнить избирательные бюллетени, он вправе воспользоваться для этого помощью другого избирателя. По возвращению на избирательный участок серия и номер паспорта или документа, удостоверяющего личность избирателя, проголосовавшего вне помещения для голосования, вносятся в список избирателей и одновременно в соответствующей графе списка избирателей делается отметка «Проголосовал вне помещения для голосования». По окончании голосования вне помещения отверстие переносного ящика для голосования опечатывается листом бумаги формата А4, подписанным председателем, секретарем и другими членами участковой избирательной комиссии, наблюдателями и заверяется печатью участковой избирательной комиссии. Переносной ящик хранится в сейфе, который опечатывается дополнительно. Об окончании голосования вне помещения для голосования составляется акт, копия которого выдается каждому лицу, присутствовавшему при его составлении.